Вы знаете, я потратил время и посмотрел семинар о будущем регулировании выборов в Беларуси под патронажем офиса Тихановской. Ну, что мне вам по этому поводу сказать? Чувствую я себя после просмотра припогано, потому что я так и не понял, что они обсуждают. Это поток сознания. Вера в человечество у меня и так на нуле, поэтому Тихановская своими вот этими, так сказать, семинарами ее не может еще больше понизить. Мне вот интересно другое. Ну хорошо, вот это копошение говна и пыли, которое демонстрируется. Она вот искренне полагает, что это вот часть политических процессов. Ну просто вот с удивлением вообще вот, за всем этим слежу. На ее месте я бы давно бы закрыл бы лавку, бы убыл бы. Все, хорош. Ну сколько можно позориться? Ведь совершенно очевидно, что никакого влияния на Минск это все не имеет. Зачем тогда? На том же семинаре мне понравилось, призвали, значит, волонтеров Тихановской, которые еще остались на территории Беларуси, закрывая свои лица, не попадая под камеры наблюдения, расклеивать листовки с объяснением, так сказать, взгляда Тихановской на референдум по Конституции. Ну, опять же, да, это дело такое, молодое, затейливое, ей призывать, им сидеть. Но я бы на месте бы людей бы все-таки бы подзадумался бы, так сказать, над мрачноватыми перспективами.